Мы живем в России. Наш флаг бело-сине-красный. Герб России – двуглавый орел. Велика земля российская. Есть места холодные и суровые, а есть теплые и благодатные. И вот в таком плодородном крае, на реке Кубань, стоит город Краснодар. Прежде он назывался Екатеринодар в честь императрицы Екатерины II. Она пожаловала казакам грамоту на вечное владение этой землей. Город-крепость Екатеринодар был построен по военным законам, как гарнизон для охраны рубежей России. Он поделен на равные квадраты, как шахматная доска. А вообще, люди появились в этих краях 500 000 лет назад. Здесь найдены стоянки первобытного человека и загадочные сооружения, дольмены. Кто их построил и зачем, остается нераскрытой тайной по сей день. Кубанский край всегда привлекал многочисленные племена и народы. Много лет назад, в эпоху Великого Переселения, Кубань была оживленным торговым перекрестком. А теперь солнечная Кубань – житница России. Гостеприимные и хлебосольные люди этого края. И сказки умеют рассказывать, и каждая сказка – как драгоценный камень-самоцвет.